У дитинстві я мріяла стрибнути з парашутом, але це так і залишилося мрією. А що ви думаєте про цей екстремальний вид спорту? Ну, не знаю, мені друг руку поламав сильно після прыжка. Скажіть, а ви коли-небудь думали про те, щоб прыгнути з парашутом? Да. І? Страшно? Не думав. Боюсь висоти. Нет, это очень рискованно. Ну, жду, пока мне 18 исполнится. А мне только 16. А так спортсмен. Дочь родилась, жена сказала, не стоит. Прыгала. Ну, это когда было, детонька моя. Страшно было. Но очень любопытно же. У меня и внучка прыгала тоже ради любопытства. Это еще в Киеве было на Труфановом острове. Там специально был аттракцион когда-то. Сейчас просто очень занят, опять случилось вот так, что нету времени на развитие вот этой возможности. Там же надо пройти обучение, надо оплатить, как бы вот. Только об этом сегодня говорили. Да. Ну, хотя бы остаться в живых, это точно хотелось. Хотелось бы про адреналин прочувствовать. Ну, как бы желание существует, но страшно иногда не то, что упасть, а родители скорее будут против. Вообще люблю экстрим, но с парашютом надо попробовать.